Всем здравствуйте, ребята, товарищи, друзья, все, кто смотрит это видео. Я сегодня пытаюсь целый день снять видео, как муха сидит на Непентесе. Словит ли она кувшинкой своей муху или нет. Муха так, короче говоря, и не попалась в ловушку, хотя была очень близка к этому. И я вам покажу некоторые моменты, как муха пыталась залезть в ловушку и успешно туда выбралась. Где вторая? Ты где? Сейчас залезет и кушает. Вылезла, надо же. Скользнулась внутрь и вылезла. Ничего себе. Какая муха проворная. Все улетело. Ребята, она попалась все-таки. Я не успела снять момент. Муха все-таки попала в ловушку. Я сейчас попробую вам показать. Я думаю, что около меня сижу и там, ну, шебуршит. Так, сейчас минутку. Ева. Вот она там лежит. Она, кстати, на этой ловушке и сидела. Ну, сначала подскользнулась. Блин, жалко, с одной стороны. Вон она там болтается. Так сказать, жалко. Все равно погибнет муха. Уже скоро холода. Они, кстати, эти мухи ко мне с балкона залетели. Я сегодня проветривала квартиру, и две жирные мухи с балкона залетели в квартиру. Вот целый день я пыталась снимать муху. Думаю, когда она попадет в ловушку. Сейчас мне ее что-то так жалко. Вот такой вот хищник. Непентес.